это Витя. То есть? Витя. Ну вот, черт, резы и Витя. Витя? Не, ну Витя, я просто не изучал конкретно Витя. Скорее всего, речь идет об одной и той же форме письменности, как о разных нормах. То есть то, что бьется, это ближе к... Видите, она ближе к глаголице, потому что там вот такие вот округлые, закругленные мотивы, они как бы бьются, раскрываются, повторяют силовые линии в том же, в тех же скороводах или каких-то практиках, связанных с перемещением или с жестикуляцией. Там то же самое. Там редко, когда используются такие конкретно прямые линии, четко квадратурные. Нет, именно элемент такого витиеватого движения. Оно вроде бы прямое, но оно не прямолинейное, в смысле ограниченное. Именно объемное, поэтому воспринимается как витое. А вита – это жизнь. Да. Вита – это земная жизнь, отсюда и понятие витя здесь, то есть хранитель земной жизни. Защитник и хранитель сделал.